Дорожные сумки и чемоданы собраны, напутственные слова сказаны. Впереди летний отдых, которого эти ребята ждали долгих 9 месяцев учебы. Для кого-то из них это первое самостоятельное путешествие вдали от родного дома и родителей. Но школьники стараются не переживать, ведь разлука будет не такой и долгой. Мадина Джадоева вся в предвкушении каникул, которые, как надеется она, принесут ей массу положительных эмоций. Я еду в первый раз, надеюсь, что будет очень весело, интересно. Конечно, немного волнуюсь, все-таки от родителей далеко. Ну, надеюсь, будет весело. Ну, а что родители говорили вообще? Какие-то наставления давали? Ну, аккуратно, не уходить вперед этого экскурсовода, если будет что-то такое, сопровождающего. Ну, не потеряться. Родители перед расставанием, похоже, волнуются не меньше детей, ведь встретятся они не скоро, зато по приезду им будет о чем поговорить. Я неделю ходила, радовалась, каникулы будут не только у ребенка и у меня. Сегодня всю ночь не спала, переживала, конечно же, но эмоции у нее, предвкушение чего-то прекрасного, да. Ну, будем надеяться, что все пройдет замечательно и гладко. Наставления какие-то давали? Конечно, конечно. Вести себя хорошо, Карачаево-Черкесию представить достойно. Первый раз отпускают так далеко, всегда приходилось так, что мама работает, дочка отдыхает. Нам 13 лет, но мы впервые едем отдыхать. Мы надеемся на массу впечатлений. Очень много узнали об этом санатории. Вроде бы их все хвалят, поэтому отпускаю. Эмоции у нее двоякие. И очень хочется, и в то же время немножко страшно от мамы. Но надеемся, люди очень хорошие, со многими поговорили, с людьми, которые за нами приехали. Вот, много узнали, поэтому ей хочется. А отдыхать ребята будут в санатории «Вершина», что в Кабардино-Балкарской республике. Более 300 бесплатных путевок детям предоставило Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской республики. Они достались отличникам учебы, спортсменам, активистам и, конечно же, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам социальных учреждений. Мы едем на Нальчик первый раз. Надеемся, что будет там очень хорошо. Я думаю, будут развлечения, будет весело. В рамках перекрестного года, да, объявленного главой Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарии в Карачаево-Черкесии, Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии, сегодня большая группа детей из Карачаево-Черкесии, это порядка 300 человек, выезжают в Кабардино-Балкарию в санаторий «Вершина». Ребята проведут там 21 день. Это оздоровление и отдых. И мы очень рассчитываем, что оздоровившие, довольные, отдохнувшие проведут в безопасности в полной, они вернутся обратно сюда и будут дальше продолжать свои летние каникулы. Пока эти ребята еще не успели познакомиться, но не сомневаются, что за 3 недели отдыха станут друзьями и даже заведут новых. Дарья Назарова, Мурат Кимрюгов, Архыз 24.